игрой и норвежским паспортом. Виртуозно играющий на скрипке, придумавший эту песню, когда он бродил от дома к дому, пойду к другому, для того, чтобы сочинить себе жизнь. Может быть, его жизнь сегодня, по большому счету, и начнется. Ну что ж, угадайте, о ком говорил Филипп? Александр Рыбак. Номер 20. Норвегия. Fairy Tale. Сказка. Сказка. Ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Смотри, что творится залом. Это второй раз такой успех. Первый раз был у Сакиса Рубаса. Ха-ха.